Какой же аромат стоит у меня в доме! Уже только из-за этого надо приготовить эту запеканку. Всем привет! Недавно мне знакомая подкинула рецепт яблочной запеканки. Я посмотрела, и он мне очень понравился. Это итальянский рецепт. И в Италии якобы такую запеканку готовят очень часто и очень много людей. Поэтому я решила приготовить и себе. Рецепт кажется, ну, очень простой. Буду готовить сегодня впервые и посмотрим вместе с вами, что же у меня получится. Сегодня я ничего не делаю на глаз и следую четко рецепту. Для приготовления нам понадобится 1 кг яблок, 2 яйца, 1 лимон, 30 грамм масла сливочного, также разрыхлитель и ванильный сахар, молоко 100 грамм, сахар его там 70 грамм, а может даже чуть меньше. Но это как раз это вы можете регулировать, и мука 100 грамм. Все. Сам способ приготовления. Смотрим дальше. Ну и для начала нам, конечно, надо очистить все яблочки, чем и займемся. Яблоки почистили, сердцевины подоставали, и теперь надо натереть цедру лимона. Трем ее немножко со всех сторон. Нам надо немножко цедры, но без белого, потому что белое горчит. В принципе, вот столько достаточно. Нам она нужна для цвета. Отставляем ее в сторону. В это время берем лимон, разрезаем его на два и выдавливаем с него сок. Этот сок нам сейчас понадобится для яблок, чтобы когда мы их нарежем, чтобы они не потемнели быстро. Так, что у нас? Вот, видим? Видите, есть сок. Отлично. Теперь берем большую посуду, большую-пребольшую, и начинаем нарезать сюда яблоко. Яблоко надо нарезать тонко. Идеально, когда они получаются колечками или полуколечками. Но главное, чтобы они были нарезаны тонко. Яблоки порезали, и теперь выливаем сюда лимонный сок, потому что он позволит яблокам не темнеть. Перемешиваем аккуратненько и отставляем пока в сторону. Теперь мы берем другую посуду, высыпаем сюда сахар, ванильный сахар, щепотку соли, добавляем масло размягченное и начинаем взбивать миксером. У нас получилась однородная масса, куда мы добавляем цедру и два яйца. Одно и второе. И продолжаем взбивать. Добавляем сюда молоко и продолжаем опять взбивать. В муку добавляем разрыхлитель, пакетик, перемешиваем чем-нибудь, добавляем постепенно в массу и продолжаем взбивать. Взбили до однородной массы, и теперь в наши яблоки будем добавлять тесто. После чего нам надо очень аккуратно вымесить наше тесто с яблоками. Теперь берем круглую форму, застилаем ее бумагой и выкладываем наши яблоки в тесте на форму. Выравниваем хорошенечко бока.
В это время наша духовка уже должна разогреваться до 180 градусов. Отправляем наш пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. И вернемся к нему через 50 минут. Ну что же, запеканка готова. Сейчас я ее достану с формы, посыплю пудрой и увидите, какая красота.